Всем здорова, народ, на канале Бублик Channel. Сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте Grand Roleplay. Ссылочка на проект, естественно, будет в описании под роликом. Ну а сейчас вышло какое-то очень крутое обновление. Клады, гаражи, торговый центр, байкеры, уличные гонщики и дрифтеры, клубы какие-то. Короче, я не знаю, новые анимации, новые задания, новые кейсы. Вот кейс я посмотрел новенький, потому что открывать что-то нам надо. Что-то надо подкрывать. Я в прошлый раз кучу бабок всадил на Rolls-Royce. Мне в итоге ни хера не выпало. О, вот это я не помню. Вот это, по-моему, что-то новое. Одежда какая-то добавилась. Вот это добавилось, видимо. Так, я вижу здесь GTR очень красивый. Давайте попробуем сначала его открыть. И пара-пара-пам, 100 тысяч. Я открыл 5 раз, мне ни хера не выпало. И, пожалуй, хватит с меня ГТРа. Так, а давайте попробуем открыть что-то новенькое. Вот что вот я вот вижу, в чем я уверен, что оно новое. Тут в основном одежда, по-моему, новая, да, как я понимаю. Да, тут много новенькой одежды добавили. Давайте попробуем открыть какую-нибудь одежду. Мне просто реально интересно, за 500 рублей что за может быть одежда? О. Так, и брендовые шорты 2. Приз отправлен на почту. Ладно, все, давайте шортики вот эти возьмем. Больше ничего брать не буду. Я буду не я, если я снова не попробую выбить Rolls-Royce. Поэтому я погнал открывать. Я не понимаю, как я выбил тесту. Потому что я потратил уже 50 тысяч на открытие этих самых контейнеров. Именно Rolls-Royce. И он не хочет падать вообще никак. Я не понимаю. Я открываю последний контейнер. Потому что последние 900 я тратить не буду. Я всегда оставляю немного. И мне выпадает 300 тысяч. Я не знаю, это невозможно. Я нафармил 17 лямов. Вот. Поэтому да. Поэтому я хз, что делать. Еще я нахожусь в какой-то жопе. И мне нужно как-то отсюда убежать. Короче, ребята. Для вас прошла одна склейка. Для меня пошли вторые сутки. Вот. Потому что мне не получилось вчера дозаписать видос. Я только успел подкрывать контейнер. Как видите, все. Теперь я ищу транспорт, чтобы добраться до своего транспорта. И знаете, что мы будем делать? Мы будем снова прокачивать Теслу. Потому что в прошлом ролике я слил 11 лямов. Надеюсь, в этом это не повторится. Я все-таки смогу ее нормально прокачать. Теперь я знаю, что не нужно прокачивать там трансмиссию. Не сбивайтесь, спасибо. Не нужно прокачивать там трансмиссию. Поэтому трансмиссию там прокачивать не буду. Прокачаю все остальное. И мы проверим, изменится ли как-то скорость авто. Если да, это будет замечательно. Если нет, ну я солью снова несколько миллионов. Ну как несколько. Вот у меня сейчас 17, я так понимаю, все 17 идут сейчас на прокачку. Короче, чувствую, что это будет очень интересно, поэтому сейчас усаживайтесь поудобнее. Хотя я это уже все говорил. Короче, да, я просто не помню, что я вчера говорил, поэтому, возможно, я сейчас повторяюсь, ребята. Ну, все, не суть. Как добегу, то тогда и увидимся. Сейчас склейка получается. Так, вот моя Тесла. И еще я написал админам и хочу у них узнать. Можно ли ставить стейджи на Теслу, чтобы в очередной раз не обосраться. Да, в этот раз я решил спросить. Мне пришел ответ от администратора и от ответ такой, насколько я знаю, нет. И что теперь делать? Так, я еще раз написал админам и прошу их дать мне точный ответ, без насколько я знаю, а типа чувак просто может не шарит. А там можно на самом деле. Еще у меня почему-то кофта моя мокрая, я вроде нигде не купался. Вот это у меня ножки мощные, смотрите, какой красивый. Так, ну мне не нравится моя эта кофточка, может у меня, подождите, у меня в багажнике, по-моему, что-то есть. Давайте посмотрим. А, так, давайте, подождите, теперь я могу снять вот это. Во! Все! Я готов. Давайте, знаете, что попробуем? Вот мне не нравятся тормоза, потому что, ну, она вообще очень туго тормозит. А тормоза, они самые дешевые, насколько я помню. И мы сейчас попробуем поставить тормоза и проверить, вообще что-то изменится. Тем более, а, они не самые дешевые. Ну, хрен с ним. Давайте мы купим тормоза. Вот так вот на второй уровень прокачаем. И посмотрим, станет ли она лучше тормозить или нет. Потому что я уже потратил 3 миллиона, 2 с чем-то. А ну-ка. Так, я сейчас разгонюсь. Я просто сразу почувствую, если она лучше начнет тормозить. Ну или не почувствую. Слышите, пацаны? Пацаны. О. По-братски, вот скажите, вы не знаете, на Теслу есть смысл ставить стейджи? Не-не-не. Тесла не она будет? Не, да, слышно? Вон она сзади стоит. Ну она типа в стоке 400 едет, ФТшная 500. А, то есть есть смысл ставить стейджи? Да. Так. Он говорит, на стоке, ну, это факт, на стоке едет 400 и ФТшная 500. Если это так, ребята, я сейчас, походу, что-то прям, ну, бомбану. Потому что, ладно, я поверю этому чуваку на слово. Ну, мне еще в комментариях писали, но в комментариях мне писали, чтобы я не ставил стейджи на трансмиссию. Но чувак, видимо, за это не шарит, и он говорит просто, что она будет очень жестко ехать.
Мне достал этот Арман, который постоянно что-то выигрывает, у меня на экран вылазит прям по центру, это тадун. Наверняка это можно отключить, но я хз как. Не суть. Тогда, блин, ладно, я поехал снова тюнить тесту. Давайте, ребята, я прям сразу сейчас полностью вкачаю двигатель, потому что я думаю, мне хватит. Это 3 ляма, это 6 лямов, и мне не хватит. Потому что я потратил 9 лямов уже, да, мне не хватает. Зашибись. Хорошо, тогда мы вкачаем. Подождите, мне реально не хватает? Да, 9 лямов у меня нету сейчас. Мне 5. У меня 5 лямов. Я просто быстро это все вкачиваю, но суть в чем? По идее, она уже должна ехать быстрее. Она не едет. Так, она опять та же система, она едет 300 км в час. И не больше. Вот как я в прошлый раз было. Но у меня есть подозрение, что, возможно, ее нужно перепарковать. Потому что я вот в прошлый раз, когда перепарковал, когда стейк же снял, она тоже не ехала. Я ее перепарковал, и она поехала. Ну что, я готов. Давайте нажимаем газпол, проверим, изменилось ли что-то после того, как я ее перереспавнил. Да, изменилось. Она едет 400. То есть спокойно вообще набрала 400, я понял, да, я понял. А в прошлый раз я сделал херню, когда не переспавнил в тачку. То есть ее после стейджа надо перереспавнивать. Я этого не знал, и поэтому я просрал 11 миллионов. Ну, молодец, Артем, молодец. А значит, сейчас я ее фтшить, наверное, не буду. Потому что сейчас еще 9 лямов отдавать, именно фтшить на скорость я ее не буду. Но я, пожалуй, прокачаю ее тормоза и ее подвеску. Потому что их, насколько я знаю, тоже нужно прокачивать. Кроме трансмиссии. Трансмиссию почему не надо, я не понимаю. Так, а где у нас еще такая тема есть? Ну, что могу сказать? Я, блин, охренею, если я когда ее прокачаю на фул, она поедет 500. Но посмотрите, с какой скоростью мы проезжаем это расстояние. Оно просто не чувствуется. Встречка. Я надеюсь, чувак меня сейчас не застрелит за это. Он это и делает! Он это и делает! Нет, отстань! Дурак неумный! Он опять вышел! Машина вообще не тормозит. Я не знаю, я тормоза вкачал, но он не тормозит. Тормоза? 2200 ушли, все, тормоза на максимум. Следующая подвеска, подвеска дешевая, поэтому подвеску тоже на максимум сразу вкачиваем. А денег больше нету. Вот и все. Короче, двигатель, я надеюсь, прокачивается на 3 уровня. Потому что если на 4, это охренеть, там что за сумма будет. Ну и все, короче, мне осталось 10 лямов. И тачка будет в фулл тюнинге. Трансмиссию я прокачивать не буду, потому что мне сказали, что прокачивать ее не надо. Давайте посмотрим, вообще что изменилось. А, ну сейчас пока что ничего не изменилось, ее нужно снова перереспавнить. Переспавнить я ее здесь поблизости только вот тут могу. Ну, давайте переспавним, и там уже будем подводить какие-то итоги. Ну, Тесла, давай. Давай, Тесла, покажи, на что ты теперь способна. Потому что теперь у тебя прокачана подвеска. На что это влияет, я не знаю. Возможно, на поворотливость, потому что она вообще не рулилась. Ну, и сейчас, в принципе, она тоже не особо рулится. Вообще не рулится, я бы сказал. Ну, да. С рулежкой у Теслы явные проблемы, но это из-за ее скорости. Потому что она разгоняется просто до немыслимых скоростей. Ну, а может, блин, вот реально, на что влияет подвеска? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что она типа мягче будет. Ёпта. Она просто улетает, ребят, я не знаю. Я не хочу, конечно, ездить по полям, по горам и по всему прочему. Но я не могу остановиться, она просто днищем бьется. И все. Охренеть, охренеть, что я сделал с тачкой. Ну, это не финальная, как вы понимаете. Финалка будет просто в следующем ролике. Ну, и напоследок, я думаю, нам нужно встать и померить ее максималку. Потому что... Ну, надо, надо, потому что я только что вкачал подвеску, может, это хоть как-то, но повлияет на скорость. Давайте, да, тут спуск, конечно, насрать, она все равно 0-100 набирает за секунду. И погнали, все, разгон пошел, 300, 370, 380, 390, 400, на кочках она сразу же поднимает скорость, 450, 460, 400, господи, какая скорость, я в шоке. Охренеть, боже, я просто, я за минуточку доехал до города. Салам алейкум. Все хорошо, у меня все под контролем. Короче, да, а где Тесла?
А, вон она, господи. Ладно, на этом я буду заканчивать свой ролик, ребята. Всем огромное спасибо за просмотр. Тесла вроде бы, ну, опять же, я до сих пор, у меня нет этого вау-эффекта, потому что у меня ощущение, что она, по-моему, так же ехала. Но это будет уже видно дальше, это вы напишите в комментариях. Возможно, я снова слил, и в этот раз не 11, а 17 миллионов. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.